Штребух. Помойка ленты, братва, снова кормит. Я в шоке. Мау, сколько колбаски. Тут ее, блин, 15 кг. Молочка, булочные изделия. И все бесплатно, из помойки. Просто шикарно. Мау! Алло, да. Да слушай, Юльку ко мне в кабинет срочно. И деньги в купюровом дипломате, чтобы все по красоте было. Ага, хорошо, ну давай. Жду вас через 25.5 минут. Ага, давай. Всем привет, с вами Штребух, пищеварительный гигант и повелитель кормушек. В этом видео я решил продегустировать колбасу, которую нашел в помойке. Вот просто посмотрите, не знаю даже, что мне с ней сделать. Я это съесть теоретически не смогу. Я, конечно, верю, надеюсь, что она будет нормальной, но вот запах говорит уже об обратном. Фу, капец, она воняет, вообще жесть. Вот именно эта колбаса, она какой-то собачатиной воняет, протухшей. Это просто жесть. Сервелат коньячный, срок годности до 18 февраля, а сейчас 8 мая. Я в шоке, ребят. Я надеюсь, что она нормальная, надежды меня не покидают. Верю до последнего. Кстати, нашел это все в помойке ленты, нагреб я там тогда 3 сумки еды. Там еще небольшое количество молочки есть. Мясное в первую очередь, на второе уже будут десерты. Но перед тем, как продолжить, хочу вам посоветовать подписаться на парня, который показывает свои находки из помойки. Он реально старается, делает годный контент. Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Russian Junk. Ищу ценный лут я совсем недавно, но уже за это время смог найти массу полезных, интересных, а главное дорогих вещей. Заходите на мой канал и оцените находки. В роликах я показываю как сам процесс поиска, так и обзоры найденных вещей. Кому стало интересно, подписывайтесь на мой канал, ссылочка будет в описании. Ваше внимание очень меня мотивирует снимать больше интересных роликов и развиваться в этом направлении. Всем спасибо за внимание. Фу, капец. Это реальное испытание колбасой. Главное, чтобы мой пупок выдержал. Нет, что-то она припахивает на самом деле. Братва отдает немножко кислинкой. Скорее всего, вкус будет такой же, с кислинкой. Колбаса голимая. Даже если ее пожарить, она не пойдет для употребления. Это реально опасно для здоровья. Можно протянуть педали. Вкус оставляет желать лучшего. Здесь есть еще вот такая колбаска. Варено-копченая колбаса. Срок годности до 25 января 2020 года. Сейчас 8 мая. Вскрою и попробую. Ну а что, я же бессмертный. В принципе... Фу, пиздец. Понюхай. Ребят, это жесть, это просто жесть. Это нереально хавать. Это все, это вилы. Это если вот эту схавать, можно сразу вот так вот разлаживаться на полу и вызывать скорую. Фу, ребят, это жесть. На очереди сосиски папа может. Возлагаю, конечно же, на них надежды. Срок годности до 2 марта. Тоже просроченный, но это просто жесть. Возможно, сосиски будут нормальными. В любом случае, главное, братва, выжить. И помойка кормит всегда, постоянно насыщает и питает. Кстати, тоже кислинкой отдает. Блин, да что за жесть, мне вообще повезет сегодня с колбаской? Блин, я так надеялся, я эти сумки тащил с ленты. Это просто жесть, на горбу просто. У меня спина после этого болела, после этой сумки. Представляете, 25 кг здесь колбасы. Вот здесь на столе очень ее много. Фу, братва, вообще тоже кислинкой отдает. Вообще жестко. Посмотрите, вот понюхайте. Но это жесть.
На самом деле, я даже не знаю, как с этой колбасой совладать. Возможно, ее можно, конечно, отварить и скормить собакам. Это максимум, что можно сделать. А как минимум, ее нужно срочно выкидывать в помойку обратно, откуда я ее и взял. Братва, это фиаско. Я притащил 20 килограмм колбасы домой на горбу. Горб мой устал. Но я потерпел жесткое поражение, жесткую неудачу. Походу, здесь вся колбаса дерьмовая. Но я возлагаю надежды на вот эти сарделлы. Это сарделлы, папа, может, мясные. Срок годности у них до 19 года, до 29 декабря. Просрочены на 6 месяцев. Как видите, упаковка немножко надулась. Сардели немножко забеременели, пузатые. Хочешь понюхать? Капец, оператор стоит уже с маской на лице, потому что тут нереальный шмон по всей квартире стоит. Я в шоке, братва. Что-то помойка в этот раз не особо сильно кормит. Не, это жопа, это все. Это клиника. Если это схавать, можно сразу себе гроб заказывать. Жесть. Проверим вот эти мясные сардельки, еще одна упаковка. Кстати, они не такие уже были надутые, как те. Но срок годности также до 19 года. До декабря. Все, выключай нахер. Все, завершаем. Я уже не знаю, что попробовать. В каждой пачке мясных продуктов меня ожидает подвох. Везде все воняет и все жестко просрочено. Возлагаю надежды на еще одну пачку вот этих мясных сарделей. Вдруг мне повезет. Вдруг их хранили где-нибудь в холодильнике и все с ними нормально. Ну а мало ли, вдруг повезет реально. Не, ну это жесть. Я в шоке. Они такие длинные. Фу, ребята, это просто пиздец. Я уже не могу, все. Завонена квартира, просто жутко. Все это дерьмо, зачем я этот... Братва, грудинка кубинская. Слегка распечатана. Срок годности до 7 июня 2020 года. То есть, возможно, мне повезет. Запах не такой отвратительный, но тоже отдает кислинкой. Сейчас я сыграю в русскую рулетку. Что-то вообще жесть. Все равно воняет. А, кстати, слегка липкая эта грудинка. Фу, ребят, я не знаю уже, что делать. Все, это все дерьмо, это все в помойку срочно. Братва, в общем, с колбаской мне нифига не повезло. Колбаса просто дерьмо лютое. Я возлагал, конечно же, на нее надежды. Я думал и надеялся до последнего, что мне с ней повезет. Завонена квартира, просто жесть. Все это отправится, конечно же, в помойку. И пора продегустировать десерты. Мама дорогая, я надеюсь, все они будут нормальными. Блин, это просто жесть. Сок из этих тухлых сосисок сейчас стекает мне на пол и жутко воняет. Это лютый ванизм. Блин, чуть не забыл. Тут еще, оказывается, есть колбаска, сыр и классические шпроты. Сейчас я это продегустирую и приступлю к десерту. Сыр пармезан даже не просрочен. Срок годности до июля 2020 года. Обычный, тупо нормальный сыр. Ничем не воняет, просто слегка суховат. Просто сказка, ребят. Как видите, братва, холодильник не особо у меня полный. Так что сырок мне очень сильно пригодится. И последняя колбаска в этом обзоре – это сервелат коньячный. Срок годности до 20 апреля. Просрочено дней на 20. Кстати, пахнет более-менее. Он, конечно, немножко подозрительный, но его употреблять можно. Поэтому этот сервелат я пережарю в сковородке и схаваю с хлебушком и майонезиком. Будет просто... изумительно. Классические шпроты в масле. Я думаю, шпротам ничего не будет, они по-любому нормальные. Срок годности до 19 года.
В принципе, я думаю, не страшно. Это же все-таки консерва. Что с ней может быть? Тем более, они еще и в масле. Ничем не воняет, пахнет просто обычными шпротами. Мау! Это просто очень вкусно. Просто посмотрите. Шпротики абсолютно нормальные. Пахнут просто изумительно. Я думаю, шпротики нужно кушать обязательно с хлебушком. Хлебушек нарыл в помойке ленты вместе с этими вонючими сардельками, от которых можно протянуть педали. Хлебушек кукурузный, мягкий, не цвелой. Вполне нормальный хлеб с зернышками. Просто сказка. Вот именно такой хлеб я всегда беру. Потому что он и стоит недешево. И выкидывают его всегда нормальным. В принципе, нормальный, самое то со шпротиками. Помойка кормит вообще. Опа, приветики. Кисло-сладкий соус, а это уже интересно. Срок годности не смог найти. Во-первых, на запах соус... В принципе, нормальный, но нотка просроченности все равно присутствует. Возможно, конечно, ему уже жопа. Соус точно просроченный, но кушать его можно. Хлеб, в принципе, нормальный, мягкий, что его дегустировать? Братва, пора приступать к десерту. Это самая любимая часть обзора на еду. Здесь у нас есть молочко. Агуша придаст мне силы в любом случае. Срок годности до 10 марта. Молочку я всегда употребляю. Иногда, конечно, можно пробомбить в туалете после нее. Но это не так страшно. Но вы не вздумайте за мной повторять. Это очень опасно. Молочко просто шикарное. Вкус превосходный. Еще есть биобаланс творог с заботой о моих пищевых волокнах. Проверим, работает ли он. Срок годности до 16 мая. Не просрочен даже. Я удивлен. Блин, ложку забыл взять. Ладно, я в принципе и так могу. Я человек простой. Даже кислинкой не отдает. Творог просто офигенный. Главное не просраться после этого. Итак, следующее на очереди, это у нас молочко. 2,5% простоквашино. Срок годности до 4 мая. А сейчас 8. Просрочено на 4 дня, я думаю, не особо страшно. Не, на самом деле оно ненормальное. Кислинка отдает, походу херовое. Скорее всего, нарушили сроки хранения. Возлагаю надежды на вот это молочко, выборгское. 3,5%. Срок годности до 30 апреля. Просрочено дней на 10. Пахнет, кстати, козьим молоком. Да, кстати, как будто козье молоко домашнее. Блин, офигенное. Не, вот молочко нормальное вообще. Вторая бутылка такая же, как и эта. То есть молоко одинаковое. Здесь еще есть творог мягкий. До 4 мая. Просрочено 4 дня. Не, ребят, что-то он под вопросом на самом деле. Творог просто изумительный. Вкус превосходный. А еще есть Актимель. Вот это уже интересно. Тут даже написано, что в бутылке содержится 10 миллиардов пробиотиков. Сейчас проверим, так ли это на самом деле. Срок годности до 25 мая. Офигеть, даже не просрочено. Братва, офигенный. Помойка, как обычно, кормят. Тут, кстати, еще есть вот такая булочка, слойка. На булку также возлагаю надежды. Пахнет она, в принципе, нормально. Малиновая начинка, ребят. Как в детстве, я помню, малиновое варенье ел. Здесь начинка, в принципе, почти идентична. Еще есть пакет конфет Миллер. Я уверен, по-любому нормальные. Но они слегка твердые. Кстати, внутри есть даже начинка. Я в шоке, как будто сгущенка. Очень сладенькие, просто шикарные. Конфетки я по-любому себе оставлю. Сейчас будем дегустировать секретный десерт. Две коробки конфет, а вот это вообще запечатанное. Это гвоздика, конфеты сладкие, карусель. Срок годности у этих конфеток до 10 месяца 2019 года. В принципе, с конфетами ничего критичного случиться, я думаю, не может. И шоколад может побелеть. Вот и все. Опа. Они слегка подтаяли.
Братва, как я и сказал, конфеты просто офигенные. Просто немножко внутри твердые и все. И самые топовые конфеты, которые я находил за всю свою жизнь. Это коробка конфет, которая называется «Моя легенда». Они, кстати, уже вскрыты, кто-то их дегустировал до меня. Видимо, людям не понравилось, и они выкинули. Заелись капитально выкидывать такие конфетки. Так они еще и с орешками, я в шоке просто. Я в шоке с помоек, помойки я очень сильно люблю. Офигенно. Молочко оставлю себе, вот это выкину, оно отдает немножко горчинкой и кислинкой. Всем спасибо за ваш просмотр, с вами был Штребух. Подпишитесь на мой канал и посмотрите вот эти видосы. Всем пока.